Всем доброго времени суток. Меня зовут Авангард, и мы играем в игру под названием Ваданахара, а это игра Белуси. И хорошо бы сейчас вспомнить, что была хорошая серия, я помню, мы сходили во дворец, а дальше все как в тумане. Там было огромное количество комнат, как бы то ни было. Хорошо, давайте отправляться. Хей, а вы куда собрались? Да, точнее мы. О, верно. Ну, хорошо, в барьере всего 6 точек. 3 в море и 3 на островах, которые нам следует посетить. Если верить Тацуми, значительно повредили лишь несколько точек. Но на всех появились как минимум трещины. Ах ты черт. Так что должно быть будет долгое путешествие. Нам придется посетить все. О, Кумаги, что вы будете делать? Я собираюсь набрать в одно место, которое меня интересует. Поняла? Ваданахара, Тацуми, что такое? А? Мне было интересно. Ты хоть немножко выросла? Правда? Я выросла? Ну хорошо, хорошо. Тогда Ваданахара ты должна получить новую одежду, а? О, здорово. Хотя мне, признаться, больше был по душе тот костюмчик. Но думаю, мы привыкнем и к этому облачению. Оно тоже смотрится довольно-таки мило, особенно эта шляпа. Здорово. Ого. Прекрасно. Ого, они отлично все смотрятся, Вада. Это мило. Да, верно. Очень подходит. Ваданахара, ты замечательно выглядишь. Эй, это неплохая магия. Прости, это все, что я могу для тебя сделать. Тацуми, мы знаем, что будет тяжело. Но мы все на тебя рассчитываем. Большое тебе спасибо. Нет, это я должен говорить это. Спасибо вам большое. Хорошо, Вада? Привык к тому костюмчику, он был такой милый. Но как бы то ни было. Ну что же, Самикичи. Ты думаешь, все типа по-твоему, да? Нет, я не позволю этому случиться. Самикичи, чего ты такой злой? Все-таки сыграется Самикичи. Конечно, он подарил нам Окарину. И все такое. Но какой именно роль он сыграл в нашей жизни? На это тогда вопросом еще просил найти ответы, думаю. Ладно, ты выглядишь счастливой? А, я просто сконцентрировалась. Где нам следует начать? Вот так выглядит карта этих точек. Ага. Нам нужно отправиться в места, выделенные красным. Непростая карта. Да, пожалуй. Стоит начать с поверхности? Думаю, да. Хорошо. Хорошо? Так. Стоит ли говорить, что я совершенно забыл, как выглядела эта карта? Но один остров я там узнал. Привет, Сал. О, Ваданахара. Хорошо, что я нашел тебя вовремя. О, неплохая одежка. Спасибо, но что случилось? Я хочу тебе дать кое-что. О, прелестно. Это защитное жемчужное кольцо. А что ты берешь назад в целости и безопасности? Сал, спасибо. Ваданахара, мы не знаем, что делает королевство Тосацу. Я тоже буду защищать королевство. Ради принцессы. Так что постарайся хорошенько, Ваданахара. Да, я не подведу тебя. Наверное, это тяжело будет мотаться до сюда между поверхностью и этим местом. Там есть мой приятель. Может отвезти тебя туда. Сал, я... Спасибо за все, что ты сделал для меня. О, да это ничто.
Позаботься о себе. Хорошо. Отлично. Где же приятель Сава? Рыба меч. Я от Сава. Я могу выручить тебя. Я отвезу тебя с огромной скоростью из глубинного моря на поверхность. Скажи мне, когда захочешь, и я отвезу тебя на своей спине. Да, поехали. А то путь-то довольно долгий. Замечательно. Так. Ребят, вы тут? А, да, они же не понимают, это точно. Как я мог забыть? Что же, пора в плавание. Я помню, что если путь... Так. Так, куда путь? Так. Давайте отправимся на одинокий остров, слева от нас. Отлично. Море. На запад. Поехали, да. Мне нравится, какие разрезы у наших компаньонов, конечно, ничего не скажешь. Итак, мы плывем. Белеют парусы за лодками. Белый, голубой. А мы плывем в этом месте. Толпой. Все, кулку... А, нет, вот они. Я был потерся, что они все куда-то пропали, и тут же они объявились. Что же, кажется, мы уже близко к острову. Судя по, этим гранитным дубам. А, блин. Можно было путь слегка побыстрее, все-таки. Уже довольно утомительный процесс. Плывем, 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 плывем. Ну! Остров, покажись! Черт подери, может, они в ту сторону попали? А нет, вот эти кресты я узнаю. Вот оно. Сохранимся и в бухту. Лонли. Одинокий остров. Этот остров похож на одну большую серую могилу, честно говоря. Хотя, возможно, эти кресты означают что-то другое. Честно говоря, построение ночи похоже на предыдущий остров, где мы встретили почтальона. Вправо, 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 не стесняемся. Мы нашли мечи-вилки. Я так счастлив этому обстоятельству. Погоди. Вы намекаете, что я купил все это оружие там, да? И, помните, я там покупал в магазине, что-то все это было напрасно. И что мне сейчас дадут просто вещь еще лучше. Ну окей. Спасибо большое, игра. Что не предупредил меня об этом сразу. Зачем вообще что-то покупать, если все равно дают вещи лучше? Что-то мне это не очень понравилось сейчас. Но как бы то ни было. Отправимся вглубь острова. Тут почтальонов нет, но наверняка есть кто-нибудь еще. Он довольно мрачный остров, да? А, тут довольно тихо. Да, очень. Налево или вверх? Думаю, сначала налево. Налево, налево. Опа, добрый день. Мне была довольно одинокая судьба. А, нет. Какая-либо форма заставляет одиночество испаряться быстрее. Потому что люди могут медитировать перед осадками человека. Правда, я не думаю о себе в таком ключе. Честно говоря, я не совсем понял этот диалог, но тем не менее. Что же, мне что-то кажется, что мы встретим еще немало подобных ребят. Вот этот исследователь наверняка сидит подобный чудик. Не сидит. В этом острове есть своя мрачная красота, честно говоря. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что у нас тут? Кровь? Что это? Такие моменты лучше сохраняться.
и бежать, куда глаза глядят. Добрый день, господа мыши, драться мне не хочется, как всегда. Ну, блин. Ладно, разочек можно. Разочек не страшно. Use your magic. Ну, очень вот агрессивные ребята, не только все предыдущие бойцы. Ну, странно, враги они то дерутся, то не дерутся, то вообще... Странно все это. Ну что ж, хоть не зря повоевали. Странная могила в центре. Да, боже мой. Сколько можно ставить этих мышей? Что это? Напоминает из персонажа из Юмини. О, у нас есть еще и конфетные шляпы. Это, конечно, не может не радовать. Ладно, я одел наши героев с новой обновки. Думаю, конфетные шляпы очень модны в этом сезоне. Птица, тратящая время в пещере. Похоже, ей правда нечем заняться. Но не будем мешать ей заниматься ничем не заниманием. И отправимся дальше. Вниз. Чёртовы мыши, я не хочу с вами драться. Сидите тут, живите своей жизнью. Пока это не заберёт. Вы теперь включайтесь ради меня. Господи, еще оружие. Что это? Что? Чёрт побери, мы носим брови звезд. Вот это действительно модно и молодежно. Неплохой оказался остров, ничего не скажешь. Ну и все. Я ж голова начала болеть от этих звуков. Добрый день, нормальная мышь, нормальные ребята. Ну не перегорожайте мне путь хотя бы, ребят. Очень я вам нужен. Тут целый океан. Сами Кичи? У тебя новая одежда? Я имею в виду... Нет. Что ты делаешь здесь? О, погляди, тут разговаривают. Это ты что делаешь здесь? Собираешься разрушить камень? Заткнись. У вас тут... Нет никаких дел. Не ваше ты дело. Сами Кичи, ты ранен? Заткнись. Что случилось? Тихо. Отойди от меня. Лада? Фаданахара? Фада, ты в порядке? Да. Фаданахара, я так тебя ненавижу. Сами Кичи, я никогда бы не повредила тебе. Заткнись. 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 Ну и вообще он сказал, что разберется со всеми нами. Видимо, прошлые два урока его ничему не научили. Что ж, сейчас он будет страдать. Есть мнение. Я и думаю, это мнение не является ошибочным. Что ж, мы не накричали, кидали горшков, использовали какую-то адскую магию. Умираю уже. Это было довольно быстро, Сами Кичи. Может, попробуешь не другое, например, договориться с нами, я не знаю. Проклятие! Меня тянет сон, честно говоря, я сейчас усну. Ты еще Данахара? Ну, не то, что игра такая, потому что я не высыпаюсь вообще. Ты еще Данахара? Он наверняка собирался разрушить барьер.
Но почему он так истекает кровью? Акулы страшные. Фудзанахара. Давай, иди и почини камень. Хорошо. Самикичи самая темная фигура пока в этой истории. А, ребят, вы не со мной? Все знают, что этот парень не очень такой страшный. Save time. I like to save every time, every day. Привет, камень. Слушай, ты можешь отказаться от починки, почему? И вот так вот просто это что сработать. С этим разобрались. А, что-то здесь не так. Может, это все что-то во мне? Обидно будет осознавать, что мы что в чем-то ошиблись. Я вернулась. Хорошая работа. Как прошло? Ну, он был он треснул. Но я починил его без особых проблем. О, это действительно было. Так, давайте лучше просто продолжим. Хорошо, но это немножко странно. Что? Просто чувствую себя странно. Ну, наверное, это просто что-то со мной не так. Наверняка. Но ты давненько не использовал подобной магии, верно? Да, может. О-ха. Черт побери. Я еще не закончил здесь свои дела. Давайте быстренько сгоняем в непосещенную часть острова. И что? Ну и посмотрим, что там есть, по крайней мере. Ой, что ж это так меня тянет? Я, кажется, сейчас возьму и усну прямо за записью. Вот это будет номер. Представляете, так на стриме уснуть. Или еще где. Не зря сходил. Тот ключик. Золотой ключик, как у Буратино просто. Почувствую себя Буратино в этой истории. О, боже мой, так, я так долго не продержусь. Нам нужно отправляться куда-то и срочно заканчивать серию. Не хочу засыпать прямо во время нее. Так, Вудзанахара, пора уплывать из этого гиблого места, навевать сон. Я помню, то ли это в греческом мифе каком-то было, то ли в хронике, как Нарни, то, что мы засыпали на острове с пить воды. Даже воды пить не надо, сам остров отлично сохнет. Эй, Вудзанахара. О, привет, Сал. Как идет? О, Сал. Все хорошо. Отлично, отлично. Мы тут патрулируем прямо сейчас. Мы нашли кое-что интересное. Интересное? Да. Мы нашли тела солдат, которые с отцаму. Не помню, что это плавает. Это, черт возьми, ужасно привлекает внимание. Тела. Верно, всего несколько, но все-таки. Я больше смотрю на это. Что нам делать? Все будет в порядке. Хорошо, что трогает. Будем охранять нас, так что люди же на нас могут напасть просто так. Мы просто проверим, удостоверимся, что вы сможете нормально заняться выполнением своей части работы. Хорошо? Да-да. Чичими. Будьте осторожны, тоже сам. А, спасибо, вы в порядке? Хорошо, мне пора. Удачи вам, Вудзанахара. Но трупы, может, они утонули? О, друг, ну что такое? Что так глупо? Ой. Они вернулись на пищу. Так, куда дальше? Остров Мельниц. Это похоже на Мельницу. Пойдем на юг. Понял? Да. Эти грасрячки ни на что не. Конечно.
Я набрал, наворовал, точнее, кучу спасательных кругов. Возможно, мне придется ими пользоваться. Ну, тут маленький робот, я не совсем стыдлесный. Чё-то не ветреный парень. Ой, знаете, что я думаю? Хотя ладно. Пройдемся чуть в этом острову. Ладно, я думаю, на самом деле, что хватит на сегодня. Я постараюсь записать побольше времени в следующий раз. Но надеюсь, вам понравилось и в таком не столь большом количестве, возможно. 20 минут нормально. С вами был Авангард, друзья, и до новых встреч, если этот остров в следующей серии. Она будет после очередной серии Монолайн Госта, скорее всего. В любом случае, с вами был Авангард, и до новых встреч. До новых встреч, друзья.